несколько лет проводит уникальную конференцию, где всегда царит мир, где понимание, любовь. И руководители ряда учреждений, которые приняли участие в этой конференции, попросили меня вручить памятные грамоты и призы от граждан Ярославля и России. Итак, Академия труда и социальных отношений, полковник Тюрин попросил вручить почетную грамоту. Награждается коллектив кафедры педагогики естественно-гуманитарного университета в городе Сердце, заведующий кафедрой профессор Анна Крин-Климашевская, за организацию многолетнего научного сотрудничества с учеными академии в рамках Международной научно-практической конференции «Ориентиры и мероприятия в образовании» и публикацию статей российских ученых в научных сборниках. Директор Академии труда и социальных отношений полковник Тюрин. Ура!